Я всех приветствую, добро пожаловать на канал. В этом видео я поиграю на карте Санок, на которой я, на удивление, не встретил на своем пути конкретно ни одного читера. И в дальнейшем, соответственно, скажу, что делать PUBG в первую очередь для того, чтобы как-то оживить игру. И приятного просмотра. Что же, в целом, поиграв этот матч и выиграв его с 8 киллами, не встретив ни одного читера и бота, я хочу сказать официально от себя, что все-таки PUBG нужно убирать ботов, если не хватает онлайна, то, соответственно, объединять сервера. Ну и, конечно же, обязательно нужно дорабатывать систему античит, несмотря на то, что читеров стало меньше вроде бы, но в тот же момент они попадаются. Поэтому дорабатывать эту систему нужно. Ну и подумать, соответственно, по поводу, возможно, трейда. Трейда, чтобы все скины, которые мы получаем, были, соответственно, возможностью продажи на торговой площадке. Это основные моменты, которые нужно сделать обязательно. Ну и как-то уже, соответственно, нужно, чтобы PUBG выходил из тестирования, либо уже не выходил и просто перестал существовать. Тут два варианта.